Хэшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня поиграем в игру под названием What the Heck, то есть симулятор уличных разборок каких-то определенных. Давайте посмотрим, здесь определенные ситуации, определенные стычки, и мы с вами будем в этих стычках папками. Мы должны будем разобраться. Вот такой вот у нас чувачок ходит. Эй, я слышал... Чё ты орёшь? Я слышал, у тебя какие-то проблемы. Я слышал, у тебя машина сломалась. А что если так? Что если так, а? Господи, нет! Я пошутил, я думал, я тебя убью с одного удара. Нет, не надо, я ничего не понимаю. Не могу отойти, ребят. А, все. Изи, изи отошел. Думал то, что выиграешь меня? Не-не-не. Да хватит. Что ты такой за человек? Так. А ну-ка. Сейчас ноги попробую. О, как подсек. Подсек я его. Блин, да что за фигня-то? Почему он такой сильный? Ту-ту-ту-ту-ту. Лунная походка. На! Ой, блин, у меня выносит вообще нормально. А я в него вообще не попадаю. Беги, 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 дружище, беги! Где можно взять оружие? Вы понимаете то, что никого здесь нету? Он на меня напал, пока я хотел помочь ему починить машину. Вы сами все видели. Моя нога хотела помочь засунуть его туда, чтобы он все-таки начал чинить машину. И ничего не получилось. Вас тут проиграл, ребят. Проиграл. Я не знаю, как заново начать. Господи. Просто. Даже не могу с одним справиться. Что будет дальше? Я не думал, что это будет так сложно. Окей, ладно, давайте подойдем к нему еще раз. Спросим, как у него дела. Че, нормально у тебя все? Я слышал, ты собирался меня избить? Может быть, я тебя изобью? Да блин, какой-то он сильный. Да уйди ты! Че ты стоишь? Застрял в машине. На! Че, еще хочешь? На! Лоу-кик просто. Я тебе сейчас все ноги переломаю, дружище. Ты чего? Ты чего? Тебе мало? Тебе мало? Блин, ты вообще сумасшедший. Посмотрите на него. Он хочет еще. Ай! Он увернулся. Он был готов к лоу-кику. Ой, че? Че это было сейчас? Вы слышали эти звуки? По-моему, я немного переусердствовал. Че это? Лок, что ли? Получай. О, это изи было, вообще изи. Ну чё ты? Ты против меня хотел выстоять? Против меня? Против великого Федора Эмилья... Ну, не знаю, кого-нибудь. Против великого бойца? Короче, мы, ребят, сейчас окажемся в тюрьме. Здесь есть какие-то вещи, я не знаю, можно ли их брать каким-то образом. По-моему, нет. По-моему, эти вещи взять никаким образом нельзя. Ну ладно, если я начну драку, все начнут драться? Или все-таки все захотят меня избить? Вау, что за куски мяса? Это куски мяса какие-то. Нет. Бегать мы, ребят, не можем, прыгать не можем. Ничего нажимать нельзя. На, да я же должен был попасть. Как так-то, они сейчас друг друга переубивают. Посмотрите, они дерутся друг с другом. Почему? Да потому что один ударил другого. Но эти, смотрите, идут на меня. Идут на меня до сих пор. Я ударил не того, кого хотел, заметьте. Да дайте мне пройти. Ничего не понимаю. Господи, здесь есть выход. Выход! Откройте мне выход! Нет! Ай-яй! Ай-яй, моя голова! Ребят, давайте жить дружно, давайте жить дружно. Я же почти никого не трогал. Я еле-еле задел только. Краем ноги. Краем пяточки. Господи, я даже попасть не могу, вот что самое обидное. Зато меня пинают, бьют. Лещей мне дают всяких. Ляпасов. Прописывают. На! Не того, кого хотел, бил. Нормально, нормально. Хорошо. Ты кто? Ай-яй-яй! Ты кто по масти, я не понял. Кто ты по масти? Ладно, просто будем наблюдать. Смотрите, они на меня больше не агрятся. Они поняли, что типа тот-то в красной футболке, тот батя. Пахан. Ладно, хватит. Хватит это все обсуждать. Давайте просто стараться бить. Блин, да они быстрее меня бьют. А как мне это реализовать, чтобы все-таки они меня не избивали, а я их избивал, либо смотрел, как они друг друга избивают. Потому что нереально. Потому что это нереально. Все уровни, ребят, следующие заблокированы, пока мы не пройдем этот. Пока мы не пройдем уровень prison, то есть тюрьма. Давайте попробуем что-нибудь взять.
Да нифига мы не можем взять. Может быть, мы можем что-нибудь нажать? Какое-нибудь усиление? Что-то они пердят все. Так, если я его подтолкну просто? Не, они не хотят, ребят. Чё такое, ребят? А? Какие-то проблемы? На, какие-то... Ох ты, он был готов! Он был готов. Знаете, есть видео даже некоторые, как человек просто стоит-стоит и знает то, что сейчас начнется драка, и поэтому он всегда готов к удару и резко уворачивается от него и контратакует. Сейчас было абсолютно так же, нифига себе. Да хватит за мной следить. Так, ладно, просто месимся. Месимся. Ах ты, нифига себе, что за подсечка-то такая? Не понял. У меня, по-моему, меньше всех хп. На! Да что вы на меня-то нападаете? Убейте сначала друг друга, а потом на меня идите. Так, надо в клетке спрятаться какой-нибудь. В клетке. В камере. Так, мы спрятались, ребята, я не знаю. Найдет ли меня кто-нибудь? Ко мне уже кто-то идет, гость, это этот. Посетитель. Ой-ой-ой. Не могу достать. Нет, мне жопа. Надо лечь поспать. Нет, пожалуйста, не убивайте. Я свой. Ну, алло, мужики, алло. Ну, господи. Эти лысые мужики, блин, готовы на все, чтобы порвать красную майку на мне. Блин, хватит. Ребят, я не знаю, в чем соль, но это очень сложно. Действительно ли игра должна быть настолько сложной, я понятия не имею. То есть мы можем открывать следующие уровни по прохождению уже, разумеется, вот этого уровня. То есть по очереди. Я сейчас пнул, но не попал. Ладно, давайте подойдем вплотную. На! Ну что, нормально? Нормально чувствуешься? Они пытаются меня атаковать, но не попадают. Может быть, просто бегать от них, ребят? Здесь, в принципе, свободное пространство здесь. Довольно-таки много его. Если что, можно даже вот так вот делать. Провоцировать их на удары. Они будут друг друга атаковать. Посмотрите, да? Вроде бы все правильно получается. Ай. Только не меня. Только меня не бейте, братаны. Братаны, вы чё? Кореша, алё. Я чего вам плохого сделал? Я к вам, значит, с гостинцами пришел. А вы меня тут просто толпой решили, да, зафигать? Где оружие, чтобы с вами расправиться? Не думаю, что... Вот этот фастфуд, я не знаю, это похоже на фастфуд. А может быть какая-нибудь мыльница или еще что-нибудь. И зубная паста помогут мне с вами справиться. Потому что я вижу, что это именно то, что я назвал. Так, хватит. На, молодец. Он атаковал кого-то. Классно. Долго мне так от вас бегать. Потому что я так вижу, что никто еще из вас не пал. И все еще живы, здоровы и готовы атаковать меня, я так понимаю. Так. Просто будем бегать. Ой-ой-ой, дайте пройти. Молодцы. Просто пускай друг друга бьют, блин, да? Насрать на то, что они пытаются меня ударить. Эй. Они друг друга подбрасывают, им легче меня догнать. Пендаля просто дают и ускоряют его. Посмотрите, да? Просто какой-то форсаж, блин, в реальной жизни. Так, а ну-ка. Там уже один лежит. Я думаю, ребят, если мы в таком духе продолжим, то мы пройдем эту миссию. Посмотрим, что у нас тут еще добавлено. Эй, дай пройти. Только не бей. Только не по лицу. Так, проходим. Они друг друга бьют, но они не понимают то, что провокатором являюсь я. И все равно, видите, атакуют друг друга. Ай-яй-яй. Фух, было близко. Вот засранец, первый удар все-таки я пропустил. Потом, если что, там один на один разберемся уже с чуваками, которые остались. Эй, не могу пройти! Нифига себе, ляпаса мне прописал. Офигеть. С замаха со всего, я не знаю. Вроде ладошкой, выглядело, как будто ладошкой бил. Но, блин, опасно все равно. Мозги могут и вылететь из моей головы квадратной. Ах ты, засранец. Так. Видите, я еще запинаюсь об эти руки, об эти тела, которые лежат. Так, прошли. Еле-еле, но прошли. Так, идите сюда. Можете попробовать попинать меня, если у вас это получится.
У меня, в принципе, больше всех хп, если посмотреть. У этого чувака вообще нет жизни. Он без полоски жизни ходит. Все, он упал. Это был последний решающий для него удар. На! Засранец. Че, еще хотите? На! Эй, как увернул? Как ты увернулся? Не, пошел ты в жопу. А, не все. Они поняли, что эта гладиаторская битва должна закончиться именно между желтым и желтым. Потому что красный, это так, главный босс будет для них. Ой, он все еще его убьет. Да он уже мертв, дружище, иди сюда. Ладно, давайте попробуем его избить. Бей меня. Я здесь, бей меня. На, получай, получил, да? Я знаю, что я бью по воздуху, но ничего. Это мне не мешает. Вот как ты достаешь, а я нет? Что за фигня? Это что за читерство такое? Если у меня победит, то это будет так обидно, ребят. Полчаса с ним тут воевал, воевал. Ну пройди ты по нему. Откинь его, у тебя есть руки. Ух ты, какой тупой. Нет, действительно тупой попался. В принципе, с такими квадратными головами умные редко бывают. Еее! Не попал. Беги! Беги, друг! Хорошо. На! Изи-бризи, Лаймон Сквизи, полчаса вас бил. Неплохо, неплохо. Со всеми расправились. Вот так вот это делаются разборки. Симулятор разборок, ребят. Где угодно просто. Где угодно. Так, neighborhood. Братство соседей. Соседская община, так скажем. Окей. Ну чё, соседи, будем с вами разбираться, что ли? Ты чё, стоишь-то так? Самый важный, что ли? Алло. Так. Отходим. Я не знаю, есть ли здесь вообще какое-нибудь оружие, но, честно, на скриншотах, ребят, я видел какое-то оружие. Так, делаем лунную походку. И отходим. Осторожненько, осторожненько. Может быть, поискать действительно оружие, потому что, если здесь все вот так вот однообразно, то смысл? Смысл продолжать в это играть. Это можно сделать лишь первый взгляд, и все, и на этом закончится, потому что если здесь нет никакого оружия, нет никакого разнообразия, то и делать тут, в принципе, и нечего, как вы, наверное, понимаете. Так, ну иди сюда. Ты этого хотел? Да что ж так долго замахиваешься? Там еще пердуны всякие попадаются. Это что такое? Это что такое лежит? Какая-то фигня странная красная лежала. Вы видели? Как будто чьи-то почки, не знаю, или еще что-нибудь. Так, ну наверху, я уверен, там ничего нету. Как же я долго замахиваюсь. Короче, нужно здесь в этой игре, ребят, я так понял, заставлять всех друг друга бить. То есть, они не будут друг с другом драться, пока вы не подойдете и не скажете, вот, ударьте меня, но попадите по-другому. Оружия здесь никакого нет, в принципе, ребят, я так понимаю, на этом можно заканчивать с этой игрой. Взять здесь никакой пакет, палку, столб, не знаю, забор или еще что-нибудь нельзя. О, смотрите, одного уже завалили, кстати. Странно, очень быстро. А, это кровь была красная, такая некрасивая, окей. По ступенькам ходить нельзя. Как бы очень мало функционала у этой игры, ребят. Так что, надеюсь, вам понравилось смотреть, как я играю в эту игру. Объяснил вам соль прохождения этой игры. Может быть, здесь какие-то просто нюансы есть, которые я, ребят, не осознал, которые я не знаю. Если да, они есть, то напишите мне, ребят, в комментариях, если вы знаете. И мы обязательно с вами посмотрим на эту игру еще раз. А с вами был Лекс, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем в комментариях, не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка есть в описании и в шапке канала. Всем доброго!